Бывшего Дошек подталкивают к сливу ее личных фоток. Влад А4 украл очередной ролик мистера Биста. Масленников возвращается к работе. Бустер отказался разочаровывать Дилару за деньги и за что на самом деле задержали Аяза Шабуддинова. Всем привет, это канал Блогер. Сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк на колокольчик, и тогда все будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся. Все поудобнее и погнали. На Ютубе почти 5 месяцев пустует огромная дыра контента, которую раньше потрясающе заполнял Масленников. Кто, может, пропустил и не в курсе, куда пропал Дима? У него за 9 лет карьеры накопилась куча болячек и особенно с сердцем, которые одномоментно начали проявляться. Парень их сейчас активно лечит и находится где-то на финальных стадиях. Когда же мы увидим первый от него ролик, бог его знает. Но Масленников понемногу начал вливаться в работу и вчера провел первое за долгое время совещание со всей лигой. Пока оно было неформальное, чтобы приободрить его и посвятить процесс. Каждый поделился планами на будущее, что планирует сделать до Нового года и какие амбиции есть на 2024. Также ребята готовят традиционный совместный контент всей командой, но пока интригу оставили на попозже. Пора мне открывать отдельную рубрику про беременяшек и молодых мамочек, ведь еще одна известная блогерша находится в положении. Я думаю, почти каждый из вас хоть раз в реках видел смешные видосы Ники Вайпер. Она прям олд и начинала еще во времена расцвета Насти Ивлеевой. С приходом тиктокеров немного пропала, но сейчас вновь на хайпе, ведь все заметили сильно округлившийся живот. Да, она беременна уже на внушительном сроке, когда можно определить пол. На днях как раз прошла гендер-пати, где вместо просто произнесенного «мальчик» или «девочка» будущие родители узнали, что у них будет двойня, причем разнополая. Это уже что-то интересное. Конечно же, поздравляем Нику и желаем ей легких и беспроблемных родов. Дина Саева ни разу не дала поводов усомниться, что она вкладывается и много работает над своим контентом. Одной из ее идей, разлетевшейся без привлечения по всему миру, стали липсинги под водой. На них она какой-то период делала упор, но после перестала, так как есть много трудностей со съемками, а также Дине каждую смену приходилось жертвовать своим здоровьем. Речь идет о зрении, которое она изрядно подпортила многочасовыми съемками с открытыми глазами в жидкости. Когда я сходила к окулисту через месяц последней съемки подводной, она мне сказала, что зрение ухудшилось, и я больше не буду снимать подводную съемку, для меня это был первый и последний раз. Не просто так же у профессиональных пловцов в экипировке обязательно присутствуют очки. Ведь даже в чистых бассейнах всегда присутствует куча хлорки или других химических препаратов для фильтрации. Ну и никто не отменял бактерии, поэтому лишний раз надолго не ныряйте, берегите глаза. МВД России раскрыли официальную причину, по которой вчера утром задержали одного из популярнейших инфобизнесменов СНГ Аяза Шабуддинова. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Поводом стало заявление от 5 его учеников премиум-курса по мотивации и созданию бизнеса еще в 2019 году. Каждый, по их словам, отдал Аязу 1 000 000 рублей и вместо реальных прикладных знаний получил наставление, цитата, «надо верить в себя и все получится». В квартире Шабуддинова прошли обыски, ничего кроме наличных накоплений и каких-то стандартных документов не нашли. Пока что его забрали в отделение, но в ближайшее время наверняка посадят под домашний арест и подписку о невыезде. Дело точно затянется на несколько месяцев, пока всех допросят, найдут улики, проведут обыски в офисе. Если вину реально докажут, что пока сомнительно, Аязу грозит до 10 лет лишения свободы. Прокомментировала это событие в том числе Екатерина Мизулина. Она тоже принимала небольшое участие и писала на данного молодого человека свои любимые жалобы. И поделилась, что копать материал правоохранители начали еще в апреле этого года. Задержание инфомошенника Аяза Шабуддинова мы ожидали еще с апреля этого года. Очень большое количество людей пострадало в результате его мошеннических действий. Многие люди, к сожалению, и брали кредиты для того, чтобы приобретать эти курсы. Бустер получил большой респект от аудитории, когда отказал Мелстрою в очередном бредовом задании. Еще перед донатом корешу, чтобы тот встал со стула, он заглядывал на поток славы, который вместе с Диларой листал ТикТоки. Андрей хотел скинуть ему аж 5 миллионов рублей, а в чатике подкинули идею заставить его послушать трек «Селяви». Автором, кто не знает, является бывший муж Дилары Моргенштерн, а в тексте композиции много личного про их отношения и брак.
Стример, прекрасно понимая, что ей будет это неприятно, отказался от любых денег. Это стрим, братан, в чат читаешь. Так я видел чат, ребят, если не отвечаю, значит, ну нет, нет, не включу. Спасибо. Ну все, читал. Смотрите, ее же цветок при ней и будут восхищаться ей, да? А вот Влада 4, похоже, уже плевать, что все видят его регулярное воровство идеи и реализации чужих роликов. Самым частым референсом стал, конечно же, Мистер Бист, который с командой сейчас впереди планеты всей. У бумаги тут скоро намечается важный рубеж в жизни канала – 50 миллионов подписчиков. Осталось чуть меньше 2 миллионов. А учитывая, что в месяц в среднем на канал приходят 400 тысяч новых зрителей, ждать около 5 месяцев. Появилась идея этот процесс искусственно ускорить с помощью шортса, где лично Влад и Ревивия наблюдают где-то в будущем за тикающим счетчиком, и в последний момент он останавливается, так как типа не хватает подписки текущего зрителя. Креатив отличный, но он в точности по оформлению, съемке и даже тексту слизан у Джимми, можете сами проверить. Для меня это немного странно, а что лично думаете вы, пишите в комментарии. И да, мне тут тоже совсем чуть-чуть осталось до 50 миллионов. Не хватает лишь вашей подписки и включенного колокольчика. На днях вернувшаяся из отпуска Дошек перенесла операцию. Посвящать подробности она не стала, но ее давно что-то мучило в районе спины, где как раз и поработали руки хирурга. Всем привет, для всех тех, кто переживает, со мной все в порядке. Просто я была на операции, мне... чуть-чуть отрезали кусок спины. Ну, а так нормально. Жить вроде буду. Тем временем бывшего Даши Никиту пытаются сделать каким-то уж совсем тираном. За их многолетние отношения у него в архиве накопились личные фотки, 100% есть и 18+ характера. В директе и в комментариях под видосами его активно стали подбивать слить их в сеть. Возможно, даже не за бесплатно, ведь за такой эксклюзив хорошо бы заплатили. Но парень хоть и в конфликте с Дошек, до такого опускаться не намерен. Он ответил всем подобным любителям оголенки видосом под звук, где куча мата. Но суть такова, что Никита делать этого не станет из-за уважения ко всему, что было. В комментариях тут же выразили уважение, а также стали подмечать, что Даша якобы такое отношение совсем не ценит. По сети активно распространяют слухи, что TikTok возвращается в Россию. Началось это с парочки пользователей айфонов, которые, обновив приложение до новой версии, случайно заметили, что в рекомендациях начали появляться свежие ролики, а также работают трансляции. Примерно такое же в начале лета мы видели на андроидах, но эффект был временный, возможно, какой-то сбой, как и тут. И самое важное замечание, что в обоих случаях по-прежнему нельзя опубликовать новый ролик. Официальных заявлений о возвращении от самого ТикТока, даже малейших намеков нет, и ближайшие полгода ждать не стоит. Да и в принципе пофиг, все уже адаптировались и сидят там с модом. Кто не в курсе, как им пользоваться, подробная инструкция есть в моем основном телеграм-канале в закрепленном сообщении. Если не видите плашку, ищите вот это сообщение через поиск в канале. Там расписано все по пунктам и для айфона, и для андроида. И по многочисленным просьбам сегодня загрузил новые версии мода. Переходите по ссылке в описании, обновляйтесь и наслаждайтесь свежими рекомендациями. YouTube наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро.